Ава Фейви, вот буквально сколько? 2 минуты назад вышел очень странный коллаб BTS и Hyundai. Вообще, в какой вселенной эти две вещи могли соприкоснуться, но... Короче, yet to come, погнали смотреть, что это за такая вообще дичь. Интересно. Метаверс. Блин, крутая аранжировка новая. Надо слегка собраться с мыслями, потому что я такого вообще, ну, типа, Hyundai и BTS. Ну, я, ну, как бы вообще, вот это вот сейчас, ну, как это? Где это вообще? О, но это... У меня есть информация, я ее не читал до этого. Я ее сейчас читаю, и у меня теперь пазл начинает слаживаться, складываться. Ну, там был Джерард, Ливерпуль, а у них же есть... BTS в
Spring Day, там же был этот You Never Walk Alone. Это же как бы не символ, а слоган Ливерпуля, и там типа Жерард. И вот, это получается, что песня для компании чемпионата мира по футболу. Ага. Это британская рок-версия ремикса на... Британская рок-версия ремикса. What the fuck? Ну, да, теперь понятно, почему был стадион, почему был футбол, почему все такие прям болельщики собрались со всего мира. И это вот прям, эй, поддержим наших пацанов. И тут такие BTS. А мы вам поможем. А мы вам сейчас распиарим, раскрутим вашу компанию для... Ну, я жду Кубок мира в Катаре. Чемпионат мира. Я прям очень жду. Я прям... пропаду на некоторое время, даже пока, когда буду его смотреть. Ну и в принципе, я такам, ну, собственно, текст об этом, что все еще только впереди, короче. Самое лучшее еще впереди. Что, в принципе, тоже подчеркивает сам посыл. Все, сказать больше нечего. Коллаба прикольная, необычная, со своим прикольным, уникальным звучанием. Посыл мне нравится. Чемпионат мира я жду. Если вы ждете тоже, что... Пишите в комментариях, за какую сборную вы будете болеть. Я за Англию, естественно. А, вот. И, собственно, все. Что тут еще добавить? Добавить больше и нечего. Так что спасибо нашим бустерам, Анбу за информацию, чатику и комментаторам. Всем большое-большое спасибо. Все ссылочки в описании, Telegram, Boosty. Залетаем, подписываемся. Я Варсенсей, обнял и поднял, я Тэкам, и всем пока.